Нарядные куклы, цветы из семечек, бумаги и ткани. Домовята из бутылок. Все это можно увидеть в мастерской Оксаны Прилепа. Сегодня мы станем свидетелями изготовления букета из конфет. Значит, мы делаем сначала серединку. Складываем пополам широкую так, можно полосочку. Пожалуйста. С вами попробую, да? И с одного края мы просто отрезаем уголок. Закругляем с одного края, чтобы у нас получился вот такой вот. С внутреннего края получается. На сгиб. Нет. Вот сгиб у меня. Вот и вам нужно повернуть так, чтобы вы могли вот с этого края на сгиб идти. Для изготовления небольшого конфетного букета понадобятся трюфели, корзинка, гофрированная разноцветная бумага, предпочтительно итальянского производства. Она легко поддается разным формам и выглядит натурально. Ну что, несколько минут и вот такой букет от Оксаны Прилепы, конфетный букет, готов. Конечно же, получить букет в любое торжество всегда приятно. Одно но, вянут очень быстро. Оксана знает, как продлить жизнь букету. Поэтому вот делает вот такие вот. В ассортименте Оксаны есть букеты из зерен кофе, из семечек, скорлупы, фисташек, а также из специального материала. Последние сейчас особенно в тренде. Изготавливаются они из изолона и фуамирана. Этот материал больше похожий на тонкий утеплитель. Вообще это больше для оформления больших-больших торжеств, допустим, свадебные торжества, юбилейные торжества, делают большие гигантские цветы из изолона и украшают уже большие залы. Оксана увлечена не только флористикой. В ее коллекции есть панно из соленого теста, березы из бисера, картины из атласной вышивки. В общем, мастерица на все руки. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».